Александр Кузнецов, директор сети фитнес-центров в Нижнем Новгороде. Введение QR-кодов он опасается. Говорит, что трафик в клубах только недавно восстановился до прежних показателей. Наш фитнес-центр уже за аналогичный запрет пришел, и посещение рухнуло в 4 раза. То же самое будет и с фитнесом. Меня тут просто убьют. Ну, сложно будет выжить на этот клуб. Тот-то год мы как проползли просто на брюхе. Не знаю, как будет дальше. Персоналов в компании тоже возникли сложности. Когда вышло постановление региональных властей, привитыми оказались лишь 12% сотрудников. Людей пришлось мотивировать. Нам работодатель предложил вообще на выбор. Либо добавить дней к отпуску, 2 дня к отпуску, либо 2 оплачиваемых административных выходных дня. С каждым сотрудником Александр проводит беседу и не исключает, что цель по вакцинации персонала могут повысить с 60 до 100%. И тогда отказ от прививки даже нескольких работников может ударить по всей компании. Отстраняем от работы до тех пор, пока не снимут эти требования. Все, нас сотрудники долго отбирали, учили. И, конечно, расставаться с ними невозможно. Если мы отстраняем топовых людей от работы, они категорически, которые будут вакцинироваться, нам нужно искать замену. Это обучение, это время, это провал в работе.